Ребята, привет! Сегодня у нас «Душение в объятиях». С вами техника такая есть, противостояние манипуляции. Если вам интересна тема погашения манипулятора, манипуляции, манипулятор, бог с ним, пусть живет, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Сегодня у нас техника «Душение в объятиях». Но мы очень нежные и добрые, на самом деле, мы только экологично действуем. Много чего интересного у меня есть на канале. Если интересно, как работать с манипулятором, приходите ко мне на вебинар. Итак, техника «Душение в объятиях». Так же, как в одном из вариантов техники затуманивания, это я читаю книжку «Мою мастер коммуникации», которую мы с Леной Лопухиной вместе написали. Так же, как в одном из вариантов техники затуманивания, это прием смещения рамки, но он используется в одном четко определенном контексте. Здесь это перенос фокуса внимания на намерение партнера. Мы как бы приписываем другому человеку позитивное намерение и сообщаем ему об этом. На все слова и действия манипулятора мы смотрим как на доказательство его позитивных намерений по отношению к нам. В качестве наглядного пособия рекомендую прочесть книгу для детей Элеонор Портер «Поллианна». Почему мы особо выделяем технику душения в объятиях, если она вполне вписывается как вариант техники затуманивания? Дело в том, что основная функция техники затуманивания – это сделать так, чтобы от меня отстали. Иначе говоря, речь идет о банальном отфутболивании манипулятора. Кинуть лассо, обездвижить, либо выставить блоки и спокойно уйти. Техника душения в объятиях представляет собой воздействие, при котором другие люди действительно начинают лучше к нам относиться, хотя при этом они могут аж корчиться от того, что им не позволяют быть злыми. Главное в душении в объятиях – это не поддаться конфузионному трансу, который бессознательно пытается навести на нас манипулятор и спокойно дать свою интерпретацию его посланию. Техника душения в объятиях идеально работает в случаях нарушения наших личностных границ, в частности, при агрессии со стороны родных и близких. С бездушными чиновниками, как правило, это тоже работает безотказно. Пример. Один из членов семьи грубо нарушает личные границы коммуникатора. Зная, что последний ходит на психотерапию, манипулятор заявляет коммуникатору, что терапия не приносит нужного эффекта. Манипулятор. «Я что-то не вижу в тебе никаких изменений от твоей хваленой психотерапии». Коммуникатор. Первый вариант – увеличение рамки. «Да, всегда хочется, чтобы были большие изменения». Это у нас затуманивание, да? Коммуникатор. Второй вариант – уменьшение рамки. «Да, мне пока не удалось полностью избавиться от страха летать на самолетах». Коммуникатор – третий вариант. Смещение рамки. «Да, хотелось бы, чтобы изменения в моей жизни наступили поскорее». Или «Я…» И вот, наконец, душение в объятиях. «Я очень рада, что для тебя так важны изменения в моем состоянии». Конечно, это не единственный способ напустить туман. В приведенном варианте мы работали в рамках слова «изменения». В том числе мы предпочли понять, что родственник очень хочет каких-то изменений. Но мы можем взять за основу и любой другой смысловой сегмент, например, в рамках слова «терапия». В том числе предпочесть понять сообщение родственника, как его желание убедиться в эффективности терапии. Манипулятор. «Я что-то не вижу в тебе никаких изменений от твоей хваленой терапии». Коммуникатор. Вариант первый – увеличение рамки. «Это правда, трудно оценивать результаты терапии у близких людей». Коммуникатор. Второй вариант – уменьшение рамки. «Да, у тебя нет достаточной информации об эффективности результатов моей терапии за последние месяцы». И третий вариант коммуникатора ответа – смещение рамки. «Ты прав. С детства непросто было понять, что же со мной происходит». И приводим примеры на применение техники затуманивания и техники душения в объятиях. Манипулятор. «Трудно с вами. Какой вы несговорчивый». Коммуникатор. Варианты затуманивания. «Да, договариваться непросто». «Да, переговоры – один из самых стрессовых видов деятельности». «Да, по данному вопросу нам пока не удалось договориться». «Да, у меня высокие критерии для готовности принять решение». «Да, я склонен серьезно подходить к проработке деловых вопросов». Видите, как бы я по очереди брала за мишень разные части фразы, разные слова. И, наконец, душение в объятиях. «Трудно с вами, какой вы неразговорчивый, да?» И душение в объятиях. «Я вам благодарен за усилия, которые вы прикладываете, чтобы нам прийти к единому мнению». Да? «Я так вам благодарен за усилия, которые прикладываете, чтобы нам прийти, наконец, к единому мнению». Абсолютно искренне. Да? Вот. «Слушайте, я правда так благодарен вам за те усилия, которые вы прикладываете, чтобы нам, наконец, прийти к единому мнению». «Я тоже постараюсь». Да? Еще вариант. Манипулятор. «Надо двигаться в ногу со временем. Ваши идеи совершенно устарели». Сначала варианты затуманивания коммуникатором. «Вы правы. Вопрос своевременности идей очень важен. Я действительно ценю традиции. Да, я люблю двигаться в своем темпе. Да, я всегда действую не спеша. И это мне очень помогает».
И, наконец, душение в объятиях. Да, вот на фразу «надо двигаться в ногу со временем, ваши идеи совершенно устарели». Слушайте, я искренне ценю вашу заинтересованность в развитии моих профессиональных навыков, правда. Манипулятор, ты это все для премии стараешься? Сначала варианты затуманивания. Деньги никогда не бывают лишними. Да, я выполняю свою работу по графику и качественно. Да я вообще старательная. И душение в объятиях. Я очень благодарна, что вы отметили мое серьезное отношение к работе. Спасибо, что вас волнует материальное поощрение моих усилий. Манипулятор. О, у вас новый ноутбук. Ноутбук новый, разбогатели. Коммуникатор варианта затуманивания. Да, эта классная машинка стоит своих денег. Да, действительно, мои дела идут лучше. И душение в объятиях. Слушайте, как же мне приятно, что вы заметили мой новый ноутбук. Еще вариант. Манипулятор. Вы что, обеднели? Не можете себе позволить даже приличного ноутбука? Коммуникатор варианта затуманивания. Да, выбор ноутбука – крайне сложная задача. Да, у меня пока нет ноутбука. И варианты душения в объятиях. Мне так приятно, что вы заботитесь о моем благополучии. Или вот как хорошо, что есть неравнодушные люди, у которых есть интерес к моим делам. Еще пример. Манипулятор. Ты что, дурак? Ввязался в такой сложный проект? Коммуникатор варианта затуманивания. Самые интересные проекты нередко и самые сложные. Или мне приятно участвовать в неординарных проектах. И душение в объятиях. Я рад, что и ты отметил, что я все же взялся за этот проект. Еще пример. Манипулятор. Это возмутительно. Вы же не выполняете своих обязанностей. Коммуникатор. Вариант затуманивания. Да, все, в том числе и я, должны нести ответственность за невыполнение своих обязанностей. Универсальная фраза, подходящая как в случае ложного обвинения, так и обвинения, имеющего под собой реальное основание. Манипулятор. Я вам уже это в третий раз повторяю. Вы что, вообще меня не слушаете? Коммуникатор – вариант затуманивания. Да, я действительно не слышала, что вы это мне повторили три раза. И душение в объятиях. Мне очень важно, что вы это повторили три раза. Каждый раз я слышала что-то новое для себя. Манипулятор. Ну, знаешь, такой успех у тебя я даже не ожидал. Коммуникатор – варианты затуманивания. Я рада, что мой успех превзошел твои ожидания. Да, я такая непредсказуемая. И душение в объятиях. Я рада, что ты заметила мой успех. Мне приятно, что ты оценила мой успех. Еще пример. Манипулятор. Вы как-то очень долго думаете, мы упустили момент. Короткое пояснение. Нет никакой связи между упущением момента и временем обдумывания. Это чистой воды приписывание несуществующей причинно-следственной связи, уже знакомый нам эффект озвучивания двух утверждений через запятую. Коммуникатор. Вы как-то что? Да, вот манипулятор. Вы что-то очень долго думаете, упустили момент мой. Коммуникатор. Да, я вдумчиво отношусь к работе. Вариант затуманивания. Да, я тщательно продумываю детали. Да, нам надо уложиться в срок. Игнорируем несуществующую связь между первой и второй частью. Да, человек может упустить момент по самым разным причинам. Да, есть много факторов, по которым мы можем не успеть, в том числе из-за особенностей мыслительного процесса участников. И душение в объятиях. Это очень здорово, что взяли на себя заботу о том, чтобы мы успели вовремя. Манипулятор. Знаешь, такой неудачи я от тебя не ожидал. Коммуникатор варианта затуманивания. В жизни столько неожиданностей. Да, жаль, когда ожидания не оправдываются. Вот и моя футбольная команда вчера проиграла. Ой, даже ты уже слышал, что у меня вчера вытащили кошелек? Я тоже не ожидала, что колготки порвутся. И душение в объятиях. Приятно, что у тебя в связи со мной такие высокие ожидания. Всегда помним, что чем неопределеннее манипулятор говорит, тем дальше мы можем уйти. В следующий раз мы с вами продолжим технику душения в объятиях. Она на самом деле достаточно обширная. Всего вам доброго. Приходите на вебинар, регистрируйтесь по ссылочке, получите много конкретных техник работы с манипулятором. Пока, до следующего видеочтения.